для одного из нашего пользователя, из наших пользователей, подписчиков, значит, показываем Сабанеев Мастер шестерка, Кастмастер Флагман шестерка и Оптиму Волжанка. Значит, у меня в руках мастер, вот такой строй, ну, я бы сказал, средний, чуть-чуть, наверное, средний, чуть-чуть больше к среднебыстрому. В руках лежит достаточно легко. Значит, Кастмастер, флагман следующий, он на 10 сантиметров короче. В руках лежит также, ну, по строю, видите, у нее мордочка помягче. Ее чуть колбасит, мордочку. Но в целом палка сама, она мощнее, то есть у нее усилено колено. Такой армирующей лентой. И Оптима Волжанка. По длине такая же, как Сабанеев Мастер. По строю тоже похоже, как вы видите. Но и в руках лежит полегче, чем Кастмастер. То есть я бы все-таки Оптиме отдал предпочтение, либо Сабанееву.